кстати, почему-то у меня немножко подтормаживает. Ну да, уделим, обязательно уделим еще минуткам немножко времени. Давай я сыграю твой любимый день. Ну, Кирилл, помоги мне Не понял. ответить на этот вопрос. Я не знаю, я могу и сам справиться. Ладно, справляйся. У меня получилось французскую. Вот видите, я не подсказываю Кириллу, вообще не подсказываю Кириллу, хотя он играет странно. Почему коня на G6? Полник на 3 поставил, на 6 поставил. Я уже флаг сейчас несу. Так, ну что у нас? 60 зрителей так и держится. Неужели кому-то действительно интересно? Новых людей нету. Надо больше энергии, Кирилл. Ты Больше уже засыпаешь. 10. Прошло еще 2,5 часа. Кстати, сколько осталось времени до этого? До... До дедлайна? Да. Не знаю. У меня все есть. У меня бешеная команда. У тебя-то да. 7. А, извини, Платон, не сдержался. А, это еще твой ход, да? Да. Ну и нормальная позиция игровая в плане. Артемьев вставил. Конь придет вот сюда сейчас. Два шестьсот? Нет, нормально. Вполне можем с вами сыграть. Да хоть 3 800. Без разницы. Суть формулы только в том, чтобы избавиться от Платона. Да. Да, но если мы только успеем, ну, наверное, надо с этой партии побыстрее закончить, и тогда мы успеем. Ну ничего. А, турнир. Да. А, надо быстрее побить уже. Добиванием займусь я, так что никаких проблем не будет. Да. F6. Все, мои уже пошли, нет? Надеюсь, нет. Да, мои. Почему? Так все Логика. хорошо шло. Да, мы понимаем. Мы ее отключим после этой партии. Кирилл, у тебя вопрос. Почему ты не Тут любишь... надо смотреть на него, а я проиграю. Что значит, почему ты Мат, не... не зевни, мат! Что значит, почему ты не любишь играть в шахматы? Глупый вопрос какой-то, нет? Так. Прям так. Он, кстати, играет очень странно. Это ты играешь очень странно. Зачем ты двигаешь эти пешки, когда тебя матуют уже? Меня не матывает, успокойся. Сейчас ферзей поменяем. Ты зевнул его только что. Ой. Обидно. Ну, камбэк. Ну Не дай. трогай ладью. Вот сюда ладья должна прийти. Не трогай мою ладью. Ты уже потрогал мою фигуру и так. Закончилось плохо. Нормально все закончилось. Что ты гонишь? Отличная позиция. Да, божественно. Камбэк без ферзя. Рубка флага без ферзя. Мы не успеем сыграть с нашим подписчиком. Ладья 6. Ладья 6, Фе. Ладья 6. Конь Е6, ну ладно. Проверим его на предмет нахождения этого хода. Финита. Нет, стоп, конь сюда. А, сюда тоже нельзя. Ну блин, надо бить и бежать. Может просто бежать уж ты. Потому что ладья зависит. Ладья 6. Я чуть чуть не взял.
Там Фигаш 4. Никита, ты кем работаешь? Студентом. Бедным студентом. Мат два хода. А, нет, это не мат. Как ты 6 найдет? Хорошо. Нужно мат. Что я могу сделать? Могу дать шах. Отлично. Побежали, надо успеть, успеть и выбежать туда, туда. Это шедевр. Ладно. Успеваем мы с Максимом сыграть, видимо, нет. Во сколько начало? Через 3 минуты.